Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Должен бы привал тут быть. Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже километров 30. Родниковой ледяной водицы по пол ведра бы набрата, а? Полк вперед! Петь, ну, дай закурить, родной. Пасть твоих харчей не шибко разгуляйся. В последнее время до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть. Это точно. Эй, тёш, ты так вы заворачиваешь чрезвычайную в палец толщиной. А ну-ка, цепай половину. А я тонкий, из чужого табаку. Крутить не умею. Отсыпай! Ну-ну-ну, ладно. Ах, и селяна чужбинка моя-то, а? Я из своего делаю малость потоньше. А шо ж тебе снится, герой? Постные сны вижу. Всякая дрянь снится, вроде твоей каши. А ты еще не купаешься, не красив? А? У меня малярия. Чего мне? Сейчас я тебя приземлю. Сейчас ты на земле добьюсь. А вот мне отдых требуется. Я, может, не такой железный, как Лопахин. У меня, понимаешь, даже вошки посторонние завелись. От тоски, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а так это дерьмо неизвестной национальности. Чего это? Ты откуда родом, Некрасов? Курский? Был курский из-под Лебедяни. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Это что ж такое, а? Некрасов. Что-нибудь такое вот это, а? Да нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая. Ночевать будем здесь. Рано становиться на ночевку. Перекурим, отдохнем малости, к заходу солнца притопаем в штаб дивизии. Слышь, старшина,
Целый день не жрали. Там хоть к комендантскому котлу подвалимся. А ну, прекратить разговорчики, обсуждения! С голодными босяками не могу же я являться к полковнику. Ясно и понятно. Станем на ночлег, и чтобы у меня к ночи все было чин по чину. Тот у меня похуже. Давай, Сашка, хлястик тебе. На трусы пришью. А штаны сожжем. А? Братва! Хозяйка идет! Вот это да!